себя там перепутили доступ. Мне, короче, 11 лет здесь исполнилось в декабре. Ага. Летом мы приехали, в декабре мне как раз 11 лет исполнилось. А сейчас уже почти 40. В декабре 40. Но все-таки в Кронштадт... Ну нет, Кронштадт считается ведь питерским, да? Да, да. Ну, здесь впереди море, да. Ага. Ну отсюда, как обычный Санкт-Петербургский вот этот район на границе. Это Мурино? Да, много ведь. Тысяча это и мало. А, ну там в каждом доме, да, по 4 человека. Вау. Пиздец. Я просто смотрю, сколько пар, это балконов тут. После Кронштадта это не очень. Это точно. Мне кажется, Кронштадт такой построить остров, под воду уйдет. Кронштадт же сам по себе такой маленький город. Конечно. Сколько там? 60 тысяч? 4 на 7 он. 4 в ширину, 44 тысячи населения всего. Ага. Это два дома в Мурино. Не, реально тут где-то есть 18 тысяч жителей. Посмотрите, найдете 18 тысяч и Мурино или... Я думаю, это Мурино, да. Зависит. Каменные джунгли.
мне катается доставка. Где он? Вон. Реально, это как на другой планете. Кстати, точка у меня на метро какой-то или что? Да? Я совсем не знаю. Я тут я как реально за рубежом. Здесь как будто да, в другой мир попал. Да, какие-то тут роботы там еду доставляют. Я, кстати, видел это раньше, да. Но... Вот они здесь решили Мурино сделать.